А у меня сейчас... память плохая, да? Значит, я... Давай, Валер, я... Окей. Как ты... Ссылку. Так же... Я сейчас ссылку скину. А у тебя на чем? На Твиче или на Ютубе? Нет. Где? На этом. Я скину в этот... В Юморист. Ну ладно, окей. Спасибо. Юмористы. Голод юморист, панда уебан. Я могу потише микро сделать, чтобы вообще не мешать. Там название. Ты сделаешь потише микро. Выйду. Давайте. Название классное. Для сильнейшего или для слабейшего? Тим, как ты себе потише микро сделаешь, если у тебя наушники крутые такие в настройках? Есть проблема. Ты долбоёб. Вот мне так нравится. Вот из матов нормальное слово, остальные маты ужасные, не материтесь, то хоть бобы. Оценишь название стрима? Что за название? Бонго, Best Player. Футлэш, овсяк, кок. То есть ты хочешь... Я понял, на что ты намекаешь. Когда мы про Clash of Clans спорили? А можешь перевести, Валер? Могу. Bongo best player. Bongo is the best player for Clash of Clans. Не что? Ну хорошо, ладно. Нет, тогда нет, я не буду. Все, мы не спорим, молчу. Плюс лайк. Валера, плюс лайк. КПС у Валеры поинтов мало. Слабость. Uh-huh. Слабость не русская. А самая наирусская. Эх. Ой, а я сейчас шашлычок буду с Анжикой, а вы будете просто играть в кастом. Ауф. Я бы сказал, но у Валеры стрим. Мне пофигу, можешь что угодно говорить. Ушел нахуй, пидор ебаный. Говори, что хочешь. Афроамериканец. Я литературный. Ой, кто матерится? Это бинго-бонго? Фу. Он на ютубе стримит. Скажите бинго-бонго, лобэп. Мне просто один раз сказал на П буковку, и эмоции дружбана забанили. На П типа панда? Панда боёб? Согласен. Педагога. Педагоги? Педагоги. Спорим, когда я буду наблюдать за вами, вы просто не будете сливаться, будете сосать по гланды самой. Потому что за вами наблюдает проигрок 500. Меня спорим, знает, наверное... Меня много чего здесь знают. Окей, окей. На PS. Ну, потому что в паблике ВК был 434 место. Это кастомка? Да, это кастомка. Боже мой. Акула. Слышь, панда вообще придурок. На яхту падайте. А худроп. Погнали на акулу. Зарнули. Кастомка или арена? Забей, Валера. Тут два подсоса друг к другу. Ты мне даже спорить не надо. Артём, кто бы говорил про подсос, Артём? Мне полезно вообще по жизни. Так я не подсос. Я подсос. Подсосище. О! Хорош, вот, мейт. Чё с тобой, мейт? Да, позара ноль, мы сел, мейт. Хорош. Ну, крутой это здесь панк. Клэш Рояле. 3-3, да? 3-3. 3-3. 3-3. Не, 3-3 не в том смысле, Влад, который ты подумал. 3-3 в смысле. Всё. Я наушники потираю. Удачи. С нами терапию. М3-3. Я врыло кабану. А, тут эта баба мне сейчас бьет она. Ты опять? А что там? Я бомбит эту грёзу убил? Я грёзу убила. Иди поднимайте панда. 6. Это дисбаланс начал, это просто дисбаланс. Где Влад, прям подо мной, Влад, прям подо мной, ломай. Вот здесь, ты можешь пройти сюда? Здесь ломай. Я 43 по белому дал. Закинь, у меня нет оружия.
дек стреляешь, в нем нет. А если есть какой-то оружие бат? Не-не, а внизу оружие было. Там. Вот, может, дашь, может, не дашь? Че, без оружия буду бегать? Ладно, сверху, прям с подами, Влад. Там лучше 100 хп. Банда, уходи вниз, банда, внизу лут. Уйди, уйди. Там внизу самый лут. Вот он. Валер, чё у тебя? Я бегу, о, Валер, у меня! Валер, у меня тут! Вот тут чел был! Я ещё, у меня прицела на эти нету. Да, мной чел. На мне. Ты живешь? А, вас сдох. Я сдох уже. Да, там чел сидел. Человек. Нет. Там другой чел, на лестнице там. Видишь, без спит. Сразу ради. Влад. Подожди. Мне же выпустит не как выйдет. Блять. Ну, нас нет пока. Лера, алло. Ты меня из ката сливала, я же не дал он. Вы чё? Я сразу нажал клевнул. Мы не успели. Ну, у нас не ПК, сорян, реально. Нас по часу уливают. Обидно. Вот, выключи, пожалуйста, это ко мне. Пароль дали. Две панда можно включать. А Владу видос включить нельзя. Артем. Алло. Не повезло, брат. Артем, это твой танец, Артем. Дов, не я покажу настоящую истину. Танец. Бинго бонго. Виталити бонго. В смысле, Виталити? Это этот Godsend бонго. Фейс. Бонго. Манграл бонго. Бинго манграл. ВП бонго. Нет, ВП бонго 32. А, ВП бонго ча 32. ВП бинго бонго 228.
А прикинь, реально, подпишешь какую-то организацию, у него будет ник, типа, Бонга же это тим, а у него будет ВП Бинго Бонга. Только не на акулу, смотри, давайте на яхт, на яхт. Здесь одни пекари играют, куда мы зашли? А ты куда хотел? Не в сказку попал. Он звучит ВП Бонга 32, да? Боже, я представляю, я был бы Артём бы в организации. Артём, представляешь, что ты был в организации? Для кого был? Например, Гамбит Бонг 228. Ага, его за цифры бы кикнули сразу. Гамбит Бонг. А, Гамбит, Гамбит даже Бонг, Бонго Ячи. Если чё, Максим, это Немо Бонга или не спит Бонга? Это ночью, это Бонга ночью спит. Оу. Либо, либо ЧСВ Бонга тоже. Не 4СВ. Фуаутист Бонга. 2.2.14. L2R2 Бонга. Но фак Бонга это вообще ему нельзя, потому что фак это легендарный клан. Фак это вообще нет, не. Нет, знаешь, у него никнейм должен быть? Fuck you Redact Бинго Бонга. А ты видел, скидывал, типа, как я зачем редак вообще нужен? Нет. Вот. Я, конечно, не ЧСВ, но самый лучший. Запомни. Это твоё мнение. А, меня убил. А, меня бот бегает. За мной Дэдпул бежал. Всё, слабенький был, ладно, всё. За мной Дэдпул бежал. Ходи меня, свиньи. Ой. А чё, Влад тоже умирает? Ой, панда тоже умирает. Панда. Ты же синий Дэдпул. Я бинта пушка. Бинта плюшка. Панда, можно бегать, пожалуйста? А вы хорошо справляетесь. Смотрю, уже трех ботов завалили. Тебя ой, боже, Артём. Игра. Тебя не хватает. Слушай, Артём, хорошо, вспоминай Винтерояль. Как мы сливались постоянно против кого? Турниры вспомни. Как мы сливались вдвоём в соло на локе против одного мида там. Это деликап. Ты равно какая разница деликап. А потом такая же на ФК есть. У меня РПГ один патрон. У него, короче, понял? У него РПГ один патрон. Артём, я знаешь, могу тебя? Артём. Можешь выключить звук, баран? Реально, подожди. Ты за игрой смотришь, идиотина. Баран. Идиотич, баран, ничего не сейчас. Еще у меня ничего примечательного в стриме нету, поэтому мне насрать. А, не, Валер, поставь донат алерт. За каждый метр он тебе будет знать по 10 тысяч баксов. Нет, спасибо. Это тактика. А ты Артема даже лезь, типа его. Еще ипотеку платить. Не, я не хотел бы. Это шутка. Бомбить. Это шутка. За каждый метр, Влад, ты можешь отсос сделать мне. Валера, я тебя мучу. За такую шутку. За каждое слово. Трохаешь, ты не смешная. Даже панда не засмеялся. Ну ладно, засмеялся. Ну ты не засмеялся над своей шуткой. А я не учусь, чтобы над своими шутками смеялся. Ты клоун, запомни это навсегда. Ладно, я с тобой спорить не буду. Уже премии заняты, а у тебя позоришь. Ты позоришь, нельзя. Как ты строишь на нолик вообще? Лучше буду в церкви выступать, чем умственно отсталым буду. Как ты на нолик редачишь? Ой, строишь. Бля, Артём, редачишь только ты на нолик. Строишь. Я тоже на нолик строю. Все на нолик строят. Бля, Артём, я хочу на нолик.
Артём, я когда стреляю, Артём, я хотя бы строю. Ну да, только это умеешь думать. Мозгов-то нет. О, уже. Артём, послушай, что ты такое сказал? Панда, панда. Ты умеешь только думать? Стрелять можно? Не слышно. Нельзя, нельзя. Нельзя. Не, без рофлов можно стрелять на этой кастомке? Не, нельзя. Да нет, нельзя. Не, ну правда, мы с Блидом с Синтексом всех выкинули, все игру руинили. Да, потому что вы играли. Потом зашли... Не, потом зашли, потом зашли к Дискорд и дышали в микро. Кому-то, каким-то нормальным челам. Я не удивлен, я не удивлен. Понравилось это делать? Ну, я не дышал, я постоянно говорил, может, не будем пушить. Но потом я влился, мне понравилось. Влился в эту тему. Вообще не хотел. Ну теперь ты видишь, какая у них компания, что они делают вообще. Нормально, челы, не дети вообще. Ну они хотя бы... Что? Если ты посливаешь, ничего не говорят. Да ладно, рофли забей. Они все по соло играют. Но машины, конечно, не стараются из-за этого. Потому что с тобой прям всего стараться никто не захочет. Кроме нас. Да не, ну они нормально играют. Если сразу ты у нас, я говорю. Боже, ну столько киллов было, в итоге я просто забыл засадить аптечку, умер. Сколько позора. Как всегда сэкономить решил. Только в чем прикол, у меня было 3 аптечки. Я, короче, панда, панда, ну в чем прикол, почему все махают кирками? Они боятся, что я буду стрелять по ним, что ли? Да. Ну. Да? А, ты все боятся? Ну, ну да. Типа. Ты ж... Потому что это Атлантис клиник, ну или что это такое. Ты, типа что... могут руинить спокойно. Если что, у меня баг с этой джампом. Не могу лететь. Окей. Я могу тебе пофиксить его. Тут очень много руинеров, очень много. Слышь, панда? Ну, ты, например, прям ты главный руинер. Слышь, Валера. Если бы ты сказал раньше, наградирник, ты бы пофиксил его. Yeah. Я бы тебе сказал. Чуть еще раз, Валер? А как? Фиксить можно? Да. А как фиксить? Так, Артём, Валер, там... Только не надо мутить меня и... Да. Я потом расскажу. Боже, Влад, опять мейты, капец. Мейты. Как мы об одном думаем просто? Можно их игнорить, мотивируйте? Базаром, а? Да, смотри, не промахнись и... Короче, я не знаю, что сказать. Валер, ты опять на пушку? Чё? Нет. Чем она мне нужна? Видите, как и нужен Артём. Винтопушки, бля. Сейчас это моя аптека. Носитель хилов чисто. Если что, там будет кристалл кинотеатр, ну так, сведения. Дмитрий Скар. О, Олер, ты... Я перевел. О себе сведения. Олер, а кстати, с тобой давно не спорю. Олер, можешь закинуть её? Чё ты взываешься, я жопу. Я тебя не обозвал, сказал, что ты пошёл в жопу, если что. А, реально, простите. Ну так, за слова, плохой это не просто. Ты не мальчик, ты мальчуганище. Валер, ты мог аптеку заезжать. Так это моя. Повторяю, здесь костры. Ну и что? Ты потратишь 30 ресов на это. О, там чел стоит, я могу закинуть. А, хотя быстрее на фармишь, да, логично. Хорош, Валер. Можешь, кстати, я, пожалуйста, можешь патроны миган, кажется, скинуть? Ты миган взял. Окей. Сейчас хайм подай, пожалуйста, чтобы могут стырить. Если эти человеки шадовы. Если у тебя вас шадовы возьму, ты можешь убить. Ну это вот. Ну я. Нет, ну. Есть челы, которые нас ну, могут отдать. Валера, добряк. Ванда, часочки. Панда, так скажи, Артём кидал или нет? Нет. Артём кидал, скажи? О жизни. О жизни? Ну да. Он говорит, что он никогда не кидает, хотя если он хочет ситуацию, то он никогда не кидал. Да. Лерский патроны. Забей, Влад. Мы когда, помнишь, играли, он специально с секондом не пошёл играть про кастомки, чтобы нас не кинуть. Я так же сделал, чтобы не кинуть блюда индекса, только... Ну, в смысле? Я так же сделал, я остался. Да что, понимаю, прокастом это совсем другое. Да что, он не слил? Нет. Он играл с нами, ему секонд предложил прокастомки, но он не пошел, остался с нами.
И также я играл с Блидом, я предложил Панта, но я остался с Блидом и с этим Синтаксом. Хорошо, все. Если что, я кинул Лёху ради этого, чтобы поиграть с ним. Хорош, кинул своего мейта, хорош. Да просто я думаю, это было 11 часов. Он ушел через 40 минут, через полчаса. Что? Вот, плыви дальше. Не знаю. Что ты такое? Ты что кинул? Что, Валер? Плыви дальше. Я... А, камень? Ну, я понял уже. Мы поиграем с ним творчески. Я хочу арену. Очень интересно. Вот а мы потом мы не пошли арену, пошел Валера с вами бы не захотел уйти. Мне интересно, как вы будете с Лёхой играть, если у него типа ты боже, мало? Панда. Я просто спрашиваю, Артем, закрой свой рот. Я понимаю, к чему ты клонишь, сори, но нет. Чего? Я просто спрашиваю. Я был бы не против. Мейта, если что есть. Ну, ну понятно, вот, ты был бы не против. И что, я хорошо, то, что мы есть мейта, а чё вы нахуй кикнули, блин? Агрессия. Не, нет, просто громким микрофон. Так я понимаю, то, что он тебя агрессирует. Потому что ты тупой. Это не понимает, mm-hmm. что он просто спросил, что у него есть мейт, его кучу раз лучше. Mm-hmm. Ты боже, зачем ты постоянно рассказываешь, что ты с кем-то ссоришь, что у тебя с кем-то что-то не получается? Хотя вот я слышал, типа, это Морейр или как там, короче, этот чел? Ты не заметил то, что он такой со мной делится этим? Слышите, Панда, сейчас можно файтиться? Да-да-да, сейчас он. 24 секунды. Давайте тут это. Ладно, верни его обратно. Ну, ТВП, я ему говорю, типа, молчи, или молчи, смотри стрим, он выебывается на меня. Реально. Да, он, я спрашиваю, как вы с Лёхой будете играть, когда у него маленький этот... временный, так сказать, этот... Мтайм, да, извиняюсь. Все, можно стрелять. Вот давайте это зарепостим, или вообще дальше? Он, он начинает говорить, я её знаю. Гоу центр, всё, что я понимаю, гоу этот дом зарепостим? Там сидят, скорее всего. Но если не заходит домов центрально, потому что это будет тупо, да, уже не больше знаешь, что они будут не в зоне. Какие-то дома надо зарепостить. Отель реплей. Жи чел. Здесь вроде никого нет, кстати. Не, нет, есть. Да, здесь нету, здесь не утона. А, нету? Нету, здесь давай тогда реплейсим. Идите ко мне. Да-да, Валер, вот, я реплейщу. Валер, ты где? Ой. А, так вот дом реплейсите. Да, но он же ближе к зоне. Окей, сейчас иду. Больше. Валер, Ванда, включи меня, долбоебом на стол. Один, куда ты вышел, Катя? Меня кикнули. Реально? Да. Кто тебе кикнул? Да, я сам вышел. Сам вышел? Да. Зачем? Случайно. Вот нами чё. Игру зарубим. Не знаю. На камп летели. Видите, Влад, он всё правду говорил. Да. Сори, я это был. Айди, не знаю. Я это говорил, Влад. Сейчас вы смотрите, что делается с такой ситуацией. Я думал, ты не прав, просто сказал. Кстати, это твой РР, кстати, Влад Роппел. Они будут нормально мейнить. Хорошо. Чё они делают? Что, Роппел, чего? Я говорю, то, что будете нормально играть. Просто это хорошо. Ты нас хватит, чё вы? Купенки, все забрал. Забей. Хорошо. А ты Купенки стал. Боже мой. В смысле, так я так сказал, я хотел это сказать, но ты мне кикнул. Ну, тварь будет летать, они идиоты не будут летать. Ты даун? Я ты ничего не так сказал. Хочешь руку, кикать, долбоёб? Даун. На мечелы! Пошёл нахуй. Пускай не залетят, я с РПГ бахну. На мне! Где ты? Дал тебе 15 двоих. Валер, на дом дом! Валер, помоги, Валер! Я там... Я дал двоим 115, но забей.
поделить можешь что-то? Мне кажется, есть шанс поднять. Бля, только много. Сверху. Ой, они пойдут. О, да, дедочка. О, вас уже поднял? О, я просто... Подруг. Ой, боже мой. Что случилось? Сэмки, слышите? Боже. 2 секунды. А, ну это карась. Карась. Карась, все долбоебы, кроме Лёхи. Чекай комментарии, чекай комментарии. Окей. А что такое комментарии? Артём, ты можешь ожидание сделать опять? Да. Я не могу до этого сделать. Боже. Наливайте уже, заебали. Жень, дворчики покатаем. Давай. Мы дворчики покатаем. Со мной? Не-не, это ваше ожидание. Чё, я лоф? Класс. Да. Это дворч... Ну, можно. Как вам сюда помойку? Алло.